Приветствую, дорогие друзья, с вами Кайстример, и сегодня посмотрим свежий психологический хоррор «Final Destined». Игрушка вышла 25 февраля. Очень хорошие отзывы в Стиме, давайте посмотрим, давайте заценим. Привет, я Лиз. Добро пожаловать в симуляцию места преступления, Оливер. Спасибо за констатацию очевидного. Я буду помогать тебе на протяжении всей симуляции. Место, в котором ты собираешься войти, это виртуальная реальность. Ты в любом случае не пострадаете, если ты не совершишь ошибку. Мы сможем, если что, начать все сначала. Ты уверена, что мне не будет больно, Лиз? Место, в которое ты собираешься войти, это просто виртуальная реальность. Ты в любом случае не пострадаешь. И даже если ты совершишь ошибку, ты сможешь начать все сначала. Господи, я просто пошутил, Лиз. Попробуй время от времени поймать одну из... Благодаря нашим передовым технологиям мы можем раскрывать нераскрытые убийства, имитируя место преступления. Что там можно имитировать? Эй, Лиз? Да, Оливер. Давайте определим стоп-слово на всякий случай, хорошо? Пусть сделают... Плюшевый мишка. Ладно, Оливер, это плюшевый мишка. Спасибо, Лиз. Сейчас я симулирую файл, назначенный тебе, чтобы раскрыть твою тайну убийства файл ID. Отличный перевод. Возможно, тебе придется присмотреться повнимательнее, чтобы увидеть некоторые детали. Поздравляю, теперь вы умеете видеть детали, охереть. С закрытыми дверями в ящиках или шкафах могут быть какие-то улики. Ты должен убедиться, что везде, наверное, все проверил. Вы должны убедиться, что проверяете доказательства. Кроме того, я оставил для тебя подарок в ящике стола. Фонарик, наверное, да? Нож. Молоток. Evidence. Так. Вращать. Пакет для улик. Вот разные типы улик, наверное. Там окурки какие-нибудь. Таблетки. Не понял. Таблетки. Обычные таблетки в форме диска. Я не должен удивляться, видя их много, так как нахожусь в больнице. Использовать? Хорошо, какой ящик-то? Вот этот ящик, что ли? Ну, конечно. Хорошо. Это зажигалка. Да я не умственно отсталый. Внимательно изучай. Ну, это я понял. Значит, US Police Department of Defense? Полиция Министерства обороны? Нихера себе, у них такое есть. И написано Police Ohio. Добавить в инвентарь. Да, добавил в инвентарь. Все, я разберусь, Лиз. Заткнись. Здесь что-то свое, так. Вращать. Надеюсь, этим не вырывали кому-нибудь зубы. Проведите вниз или нажмите, чтобы зажечь. Не забывай, что если ты включишь его слишком быстро или будешь держать горячим в течение длительного времени, вы можете, блять, что? Здесь ты можешь посмотреть на один этап ДКС и взглянуть на них еще раз, если ты что-то пропустил. Где? Наконец ты можешь взглядываться на сделанные тобой заметки. Блять, ну это я все понял. Мы готовы начать прямо сейчас. Лиз, ты там? Все в порядке? Ну-ка, мишка. Ай, мы застряли здесь. Я просто пошутил, Оливер. На этот раз ты меня поймал удивленно. Ладно, давай покончим. Да, он потому что застрянет в виртуальной реальности. Ну, ты закрой тогда эту зажигалку-то. Всем мудак. Ну, если сказали так, навигейт. Газ зажигалки.
Она принадлежит Оливеру Гамильтону из полицейского управления Гай. Так, ни хера не понял. Как выключить зажигалку? Она сказала, что не надо там чего-то, потому что чего-то. Ну, приблизительно вот так она и сказала. Бейсбольная бита. Использовать? Блять, только вращать. Удивительный предмет в больнице. Одному из детей принадлежал. Выбивал, наверное, мелочь. Вот я как зажег зажигалку, обратный процесс ни хера не работает. Ну ладно. Надеюсь, у нас газа. Не понял. Как? А что же появилось-то? Анализ случая. Игра сохранена. Ну, отлично. Так, ну давайте изучать потихонечку. Значит, кусачки для проволоки, с помощью которой можно перерезать кабель. Так. Это просто пакет. Вообще ни о чем. Do not cross. Так, значит, у нас здесь кровь. А что так тускло светит? Нельзя было дать фонарик. Ну, представляешь, идешь расследовать убийство. С чем, блядь? Не с фонариком, с зажигалкой. Написано crime scene, do not cross. А кто порвал тогда? Шариковая ручка, чернильная ручка все еще выглядит как новая. Так. Ну, по-моему, здесь ничего найти нельзя в ней. Пакет люлик. Конечно, копы не смогли найти ничего полезного. Не понял. Ну, так она как? Ну, вот она сейчас закончится. Ну, посмотри, сейчас закончится зажигалка. Зашибись? Зашибись. Заблокировано. А, она просто тухнет, и ее надо опять зажигать. Вот и все. Я не знаю, зачем пила в больнице. Честно говоря, не хочу знать, почему. Отлично, это сборщик доказательств. А я даже не хочу знать. Повязка на рану может быть самым стандартным предметом в больнице. Согласен. Шприц. Странный на вид шприц, пугающий на вид. Для чего могут использовать шприц такого размера? Уши промывать. Или клизму какую-нибудь делать. Почерк нечитаемый. Ну это же, блядь, больница. Естественно, тут врачи пишут. Но не знаю, что это имеет большое значение. Должно быть, принадлежит одной из секретарш. Отлично ты зажигаешь, родной. А, газ закончился. Так вот оно что. Ну, это классика просто. Отличный подарок. А вот и жидкость. Газ для зажигалки. Ну, механику, конечно, придумали классно. Сигарет. Пачка сигарет. Судя по виду, старая марка. Ножницы. Не, ну то, что зажигалка горит... Да. Ну, надо же подсветить. Давайте смотреть. Так, ножницы. Ну, а зачем мне ножницы вообще исследовать? Ну, хоть должны быть хоть какие-то мысли. Понятно, можно там любую занять. Так. Медицинский инструмент. Ну, хорошо.
Ты мерить давление на тонометр или как он там называется? Ну здесь ничего пока интересного нет. Ну а что было бы прямо из ряда вон? Чек на $1 000 000. Письмо с угрозами какое-нибудь. Вот. Что-нибудь такое нам нужно. Заперто. Скульптура. Гиппократ. Интересно. Ключик. Комната 34. Конечно, взять. А это что такое? Что-то пускай здесь заперто. Так, 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 так. Песочные часы. Ну и как, они работают? Нет. Так, значит, мы нашли что-то закрытое. Какой-то ящик. Так, комната 34. А они пронумерованы? Is anyone there? Так, это Surgery. Какая-то заброшенная больница, вообще не пойми чего. Ну тут номера-то вообще есть, ну-ка давайте-ка рефил сделаем. Так, ну здесь прямо crime scene написано. А, это я отсюда пришел, отлично. Ну, это хорошо, что я сходил. Поплутал. А это комната 34, ты же нихера не поймешь. Непонятно. Рентген. Незначительно. Улика, пуля. Пуля 357. Пустая гильза от пули. Это может стать важным доказательством по делу. Мне лучше оставить это при себе. Не понял, а чё ж ты не берешь? Где-то здесь должен быть пистолет. Может раскрыть дело во всей полноте, если это орудие убийства. Будем искать. А что так грязно-то тут? Так, а, ну здесь как подсказка, незначительная улика какая-то, ну... Teddy bear? Мишка, черт возьми. Говорит, да ты не нашел даже пистолет. Клоун. Так, ну а где же пистолет может быть? В медведя, может быть, спрятали? А, часы. Время убийства, наверное. Нет. У них села батарейка.
Странная какая нумерация. А, это мне так кажется просто. Как вот циферблат повернут. Кто эта женщина? Ну, пойдем познакомимся. А, и все, дверь сразу открылась. Предполагать, что это симуляция будут другие. Черт, звучит так, как будто я потерял ее. Ага, сундук открыть, все понял. Бумаги, стопка бумаг, незначительно, ну хорошо. Хорошо, что ты говоришь. Надо найти газ для зажигалки. Не понял. У меня ничего не закончилось еще, давай зажигай. Ну хорошо, давай заправимся. Мне не жалко. Ну просто что это такое? Здесь определенно что-то не так. Ну, блять, и у тебя с зажигалкой что-то не так. А выход, если что, работает? Нет, не работает. Пока ни хера не понятно. Какой-то мужик что-то расследует. Ну, хоть бы рассказали, хоть маленечко кто, кого приблизительно, ну, хотя бы кого убили. Бутылка с сиропом. Не, ну здесь наверняка что-то должно лежать. Ну что-то совсем ничего нет. Не понял. Слегка поверните отмычку и попробуйте нажать на замок в нужном месте.
careful about the gas left in it. Отчеты о пациентах включают информацию о состоянии и болезнях пациента. То есть включает в себя краткие комментарии врача. Так, отчет о пациенте. 62 года, мужчина, Кайл Мэрисон. Так. Найти ключ к разгадке. Что тут за... Что тут может быть за ключ-то? Так, в результате обследования пациенту был поставлен диагноз хроническая шизофрения. В текущем состоянии, наверное, состоянии здоровья. Значит, учитывая его нынешнюю ситуацию, Совет по здравоохранению единогласно заявляет, что ему не хватает здравого смысла. То есть, ну он, в общем, что-то у него с восприятием реальности. Да уж. Это типа я слишком медленно прохожу. Поэтому у меня осталось последнее. Fuck, fuck, fuck. Так, ну хорошо, мы нашли какие-то улики. Есть какой-то мужик-шизофреник. Это отлично, конечно. У меня пока ничего не укладывается в голове. Yep, locked. Just what I thought. Kidding me? I must be losing my mind here. Здесь вроде ничего нет интересного. Найти пулю и справку, что кто-то шизофреник. Господи. Ты готов поиграть? Да я уже играю полчаса почти. Ты, главное, не подскользнись. В общем, как будто это бойня какая-то тут. Мясобойня. Alright, let's see what we got here. Doesn't look like any of this stuff's gonna help me out. Найти ключ к разгадке. Одна из мед... Блять, сестер. Так, одна газета была напечатана примерно в то время, когда происходили события. Там может быть какая-то информация, которая поможет мне лучше понять общую картину. Одна из медсестер, работающих в больнице, сошла с ума и стала причиной смерти многих младенцев. Полиция опечатала больницу после убийств. Полиция начала расследование в отношении больницы. Многие люди были взяты под стражу. Just need to find some gas.
Просто нужно найти немного газа. Да это понятно. Ну все, короче, зажигалка закончилась. Мэм, are you okay? Мэм, с вами все в порядке? Блять, нет, с ней не все в порядке. Мам, куда вы делись? Запах ему не нравится, да понятно. Ну что тут надо делать, чтобы кровь была так на стенах? Тем более с такими подтеками. Держатель для канцелярских принадлежностей. Незначительно. Жаль. Я думал, что нашел что-то интересное. Password should be written down somewhere. Трехзначный пароль. Надеюсь, нам не какой-нибудь там азбукой Морзе. 454. Сука, как я разгадал. Блять, темно-то как. Что ты ищешь? Одного патрона нет, и этот патрон подходит идеально. Этот пистолет может принадлежать кому угодно. Вот держать это при себе на всякий случай. Стандартный полицейский пистолет. Так что парни, которые пришли сюда, возможно, оставили его здесь. Это оружие очень популярно среди людей, живущих здесь. Так что это могло прийти извне. О, кто-то встал. Здорово. Плюшевый мишка, надо говорить. Пока ни хера не понятно, кто, кого. Ну, есть какая-то медсестра, которая каких-то младенцев убивала. Это то же самое место, теперь я продолжаю кружить вокруг да около. Это чертов лабиринт. Ну, просто разработчикам было лень сделать что-то это, и они вот придумали так. Ну, темно, конечно, прям капитально. Можно просто даже дверь-то пропустить, не то что... Какой-то объект. Kind of эксперименты могли ставить над людьми. Давайте экспериментальную какую-то хиромантию. Так, а что это такое? А, сигаретки. Обязательно надо в инвентарь зайти.
Ключ. Кабинет директора. Вот это ништяк. Ну-ка, ну-ка. Ну где директор-то? Yep, locked. Just what I thought. Все, кабинет директора. Так. У него заправочка есть. Книга. Много книг здесь. Отлично. Часы. Я вижу то, что люди думают. Это шизофреники какие-то. Видимо. Неплохо. Человеческая психология, так, хорошо. Карцер. Неплохо. Так, бычки. Значит, директор курит эти сигареты. Но их может курить и кто же, кто угодно. Так, шахматы. Незначительно. Вот если бы они были сделаны из хлеба. Так, надо найти пароль. Так, когда ему там диплом выдан? Угу. Ручки. Да, надо искать пароль. А я его не нашел. Ага, как расставлены фигуры. Значит, три. Ну, значит, подожди, два, три, восемь. Два, три, восемь в разных вариантах. Ну, там можно кучу теорий придумать. Будем перебирать. Два, три, восемь. Все, шесть вариантов. Два, три, восемь. Нет. Значит, так, 2, 3, 8, 2, 8, 3. Нихера. Значит, не двойка, значит, тройка. 3, 2, 8. 3, 8, 2. Остается только восьмерка. 8, 2, 3. 8, 3, 2. Как нет? Ну как нет-то, когда да? А, блядь, 7. Ну, мать Миранда. 2, 3, 7. Ну, конечно же. 2, 3, 7. Нет, значит, 2, 7, 3. Тоже нет, ну хорошо. Да, 3, 2, 7. 3, 7, 2. Нож. Это личный нож отличается от медицинских. Ну, блядь, естественно. Это явно принадлежит кому-то здесь. Я должен сохранить это как улику, поскольку на нем очевидно отпечаток пальца. Ну ты дебил. Отпечаток пальца на ноже. Могу попытаться поставить это, используя больничные записи. Я скоро узнаю, кто ты такой. Ну, у тебя есть отпечаток пальца.
Это же все-таки какая-то, ну, экспертиза. Ты так на глазок-то не определишь ни хера. А, BEG. Ну, это, наверное, подсказка. Было, что шахматы надо в какой последовательности смотреть. Сначала буква B, цифру сопоставить. Понятно. Так. Как заперто? Так, разорванный клочок бумаги. Документ полицейского управления. Разорванный клочок бумаги. Документ полицейского управления. Там что-то говорится о деле, связанном с наркотиками. Но я не могу сказать, что именно. Будет иметь смысл только так, я найду недостающий фрагмент. Да забирай. Давай искать. Ну а это что? Скомканный. Типа не похоже на скомканную бумажку? Может, куда-то вырвал, положил? Непонятно. Может, сейчас стала дверь открываться? Да, дверь просто открылась. А я начал уже искать. Сложно найти черную кошку в черной комнате, если ее там нет. О, спасибо. Так. Это какие-то шизофреники. Сейчас посмотрим. Да ты присаживайся, родной. Лекарство, как обычно. Что-то написано. Блять, нихера не видно. Анестезия, наверное, анестезия какая-то. А чё, дверь исчезла? А, вот отпечатки пальцев. Так, аппликант. Его зовут Трэвис Фостер. Отпечаток его пальца не совпадает с тем, который нашел на ноже. Как ты... Как он это понял? Но я должен оставить отпечаток пальца при себе на всякий случай. Антитромбоцитное лекарство используют для предотвращения тромбов. Короче, разжижающее, понятно. Так. Не понял. Конфиденциально. Медицинская запись. Не удаляйте, а не из госпиталя не забирайте. Ну как так-то? Ну что ты хочешь от меня? Так, Арнольд Хелоин. Прогрессирующая резорбация кости у пациента с эндокринной медицинской онкологией, у которого обнаружена опухоль сосочка во время РХПГ, выполнена в другом больничном центре. Патологический результат папилелектомии был определен как крупноклеточная. Так, опухоль, химиотерапия запланирована после осмотра для скрининга отдаленных метастазов. Ну, что-то чувак болеет серьезно, видимо. Kind of
Так, закончилась горючка. Вроде я здесь все посмотрел. Не понял. Слушай, ты ничего не говорил. Одно и то же повторяешь. Куда делась дверь? Ну вот она. А, или ты ручку? Здрасте. Вы, наверное, шизофреник из этой клиники. Я тебя вижу. А ты где? А я тебя нет. Я тебя вижу. Ну, нового вроде ничего не появилось. А, это подсвечивается штука. Подожди. Нет, это выдвижной ящик. Тут не так много мест. А, тут написано look up. Прикольно. What the heck? А теперь куда посмотрим? Свет становится тусклым. Ну, как поэкономнее. Что? Боже, хорошо, ладно. Давай возьми себя в руки. Так, сейчас. Не, ну то, что ему дали зажигалку в качестве источника света, это, конечно, приколюха. И вообще не рассказали даже, что это за преступление. Подозреваемые там, ну хоть что-то. Может быть, мы где-то здесь в окошко должны войти, внизу? А, вот же. Наверх надо за ниточку, может, потянуть.
Непонятно. Ну еще раз. Обратно пошли. Ну, не очевидно, куда идти-то? Где ты, шизофреник? А, ну конечно, но... Мишка, черт возьми. Ты вращай его. В каком-то клюквенном соусе. Смотрите, состояние невесомости. Неплохо. А, ты зацепил, поэтому идешь назад? Типа надо маневрировать, не зацепи ни одного медведя. Ну, это, конечно, это же, блядь. Чего, кого? Нет, можно цеплять. Мне нужно быть осторожным с оставшимся бензином, ну понятно. Не, ну я за что-то делаю неправильно, надо это как-то лучше сигнализировать. А еще есть? Ты что-нибудь понимаешь? Так, у нас есть от карцера ключик. Называется Punishment Cell. Punishment cell. Locked. Where the fuck did that door go? There was a door right here. Не кричи. Накати-ка. Ух ты, какая хорошая картинка. Шизофреник какой-то рисовал. Скажет любой психолог. Психиатр. Может, это сам психиатр нарисовал? Подожди-ка. А тут вообще как-то подсвечивается. Ты херовенькая, посмотри. Кошелек, карта. Ну-ка, ну-ка. Но. Vision Medicine Company. Чарльз Олив.
Ну? Не хочешь эту? Хорошо. Cleveland Psychology Clinic. Не опаздывай на назначенную встречу. Это может быть так. Это может быть кто-то с кем-то... Так. Это может быть кто-то, с кем я свяжусь позже. Так что мне лучше держать при себе. Нихера не понял. Остальные карточки посмотреть. Почему ты убрал-то сразу? Звездные войны, что ли? То, что не подсвечивается, это, конечно, подстава какая-то. Многовато тут комнат-то. Хотя это такое впечатление создается, какие-то углубления, кажется, что это развилка. Надо найти заправку. Не понял, подожди. Ну тут ни хера нет, ну может под половицей. Ну тут хер найдет. Здесь спокойствие. Я же туда ходил. Какой-то цирк уродов просто. А прикольно сделали, вот это мне нравится. Оказался, это экран. Но это хоть красиво. Ага, это то же самое. И здесь. Так, надо позвонить кому-нибудь. Господи, полный бардак. Любопытно, а что же вы от меня хотите? Я же все посмотрел. А вот женщина, нам сюда. Ну, нам сюда. А, телепортация какая-то. Понял.
Какое дело запутанное мы расследуем. Такое ощущение, что он говорит убийца. Медор. О, дверка открылась. Нам сюда. Лабиринт. Да это не лабиринт, это просто бред шизофреника. Так, а в ту сторону? А в ту сторону я не хочу. Вот. Значит, нам туда. Так, а сколько у тебя зарядки? Все закончилось, блядь. Херовенько. Так, ну зажигалка-то нам не страшно. Тетку-то увидеть. Мишка, черт возьми. Нам сюда? Я был здесь? Ты подумай. Да входите. А, сверху капает. Все, нам сюда. Да ты какой-то полугнилой уже, наверное. Зомбарь, что ли? А, ты манекен. Жопой буду открывать дверь. Вот так вот, пошел отсюда. Щенок. И не вздумай. Жопой иду. Меня не напугать. Женщина, хватит ныть. Ну, я смотрю, нихера не вижу. Тут такое освещение, тут невозможно испугаться. О! Книга. Раствор фуруцелина. Это надо пополоскать горло, видимо. Рентген ребенка. Похоже, здешние врачи уделили этому пациенту действительно пристальное внимание. Я думаю, что для меня будет важно выяснить, кем была эта девушка. Мусорная корзина. Что-то обезболивающее какое-то. Сортировка мусора. Нихера не понял. Но очень интересно. Just need to find some gas. Опять нужна эта... Это последнее. Ну ты серьезно? Блин, я не вижу же ни хера просто.
Дефс. Манса Дефсон. Отпечаток пальца его не совпадает с тем, который нашел на ноже. Но это не значит, что он не виновен. Так, забрали. Игра сохранена. Давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Ну, пока ничего не понятно. Все, что могу сказать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии уже. Всем пока.